Мы сегодня живем в такое время. И не мы диктуем, а время диктует нам, как нам поступать. Лично я э, вспоминаю свое детство, свою молодость. У нас не было ни гаджетов, ни компьютеров. У нас было визуальное общение. Сегодня, к сожалению, это виртуальное общение. Почему люди туда пошли? Потому что там проще. Проще играть. Проще скрываться, тебя не видят, ты сказал, и тебя тут же не обличат и так далее. То есть это виртуальный мир, это уход от реальности. Сегодня виртуальная дружба, виртуальная любовь, виртуальное общение. Вы посмотрите, что происходит. Люди сегодня приходят в гости и сидят за мобильниками. И вопрос возникает, зачем вы пришли. Поэтому я иногда понимаю некоторых людей, даже служителей, которые приглашают на день рождения, говорят, все мобильники сдайте. Потому что иначе будут проблемы в общении. Как с этим бороться? Я думаю, что ну, как с ветряными мельницами бесполезно. Нужно уметь это использовать правильно. Вот мне кажется так.